жадну жену цару, ибо вер тебе, ибо вер тебе, плод его волю, Христос родился в Богу, ангелы спевают, царя витают, поклон отдают, чудо повидают. Три царие, от восток приходят. Смирну и ливан, и злато приносят. Христос родился, Бог воплотился, ангелы спевают, царе витают, поклонов дают, пастыри играют, чудо повидают. Чудо. Цару и Богу. Секс управляет. А что może katoliczka powiedzieć? Czyli się całują jako świadka, że się seks mają raz w roku, się całują. A katolicy tylko kaszą. Радуйся, присно Дево, повни длинном рожестве Твоем. Полни осень, душу шея, Творца познают. Играют, чудо повидают. Браво. Чудо повидают. Główna kolęda. No, takie inne. Skinia złota, jako w czerze zawita, widziasz żyd, nie znadzieńca syna powita. Rady Samarię, rady zaprysna dziewo, o niedlennym rodzinstwie Twojem. Rady Samarię, rady zaprysna dziewo, o niedlennym rodzinstwie Twojem. Пастырин с ангелы тайна явися, Вифлееме повер тебе Христос родися. Радуйся, Мария, радуйся, пресна Дева, о нетленном рождестве Твоем. Радуйся, Мария, радуйся, пресна Дева, о нетленном рождестве Твоем. Полни осень, душу шея, Творца познают, рожденному десноденцу хвалу воздают. Радуйся, Мария, радуйся, пресна Дева, о нетленном рождестве Твоем. Радуйся, Мария, радуйся, пресна Дева, о нетленном рождестве Твоем. Звезда ясно сияет, ему служаще, Трие цари приходят, дари носяще. Радуйся, Мария, радуйся, пресна Дева, о нетленном рождестве Твоем. Радуйся, Мария, радуйся, пресна Дева, о нетленном рождестве Твоем. О, Мария, Богу Мати, молится за нас, право сможет тебя хвалить и мы на всякий час. Радуйся, Мария, радуйся, пресна Дева, о нетленном рождестве Твоем. Радуйся, Мария, радуйся, пресна Дева, о нетленном рождестве Твоем. Браво! Мария! Яблоном ходила в город Вифлеем, и была вертепе идолом тем, и была вертепе идолом тем, что Христос Спаситель, Царь Творец и Бог, родился от девы и лежит у Бога.
родился от девы и лежит у Бог, в яслях бессловесных посреди огня, а над ними Осень с матерью стоят, а над ними Осень с матерью стоят. Бог младенец горько плакал и рыдал, многими слезами ясли обливал, многими слезами ясли обливал. Жаль мне Христа стало, падая пред Ним, и рыдала вместе с Господом моим, и рыдала вместе с Господом моим. А потом я Деве сделала вопрос, о, чего так плачет маленький Христос? О, чего так плачет маленький Христос? Дева мне сказала, плачет он о том, что Адам и Ева взяты в плен врагом, что Адам и Ева взяты в плен врагом, и что образ Божий данный их душам предан по руганию злобнейшим бесам, предан по руганию злобнейшим бесам. Плачут, что не любят дети их Творца, и сквернят грехами души их сердца. Плачут, что прельстились люди суетой, и пренебрегают горней красотой, и пренебрегают горней красотой. Плачут, что на службы к сатане идут, и от службы Божьей старый млад бегут, и от службы Божьей старый млад. Же на службу до сатана идут. Все плохи мысли по духе нет. Варшава, и мрачат навек служебница сатана. No wiesz, jak ja jadę z prawosławnymi, to ja jestem wzorem, bo my we dwie śpiewa, mamy śpiewnik i śpiewamy. Angiel proletel, on leciał po niebie, ludziom piesnią pieł. Wse ludzie, likujcie se dzień, to czestujcie dnie z Chrystowa rożdże zło. Все люди, ликуйте цей день, торжествуйте дне с Христова Рождество. Я лечу от Бога, радость вам принес, yeah. И вы о Христе узнал, и убить младенца воинам послал. Всех детей убили мечи, притупили, а Христос в Египте был. Всех детей убили мечи, притупили, а Христос в Египте был. Я тебе Oh,
Barbara, i tu specjalnie tym wiatrem, że Świętaja Barbara, tak. Ovečki ste
пришли, до вашої хати зайшли, щоб вашої хати не минати. Чи можна заколядувати? Заколядувати, ось. От хати до хати. От хати до хати. Заколядувати. Veterans Day. On this Veterans Day, we remember all of the sacrifices made by veterans and their families. I'm Stacy Ruth of UniteTheUSA.org, and my sister. Thank our veterans and That's their right. families this Veterans Day. You know, the Lord said, greater love has helped you and honor you, and we do that today. Christmas? That's the question that I think everybody is asking or being asked. You know, when you go out to the post office or to stores, it's so, are you ready for Christmas? And for some people, it's like, ah, no! Oczywiście.